четверг начала свою работу первая в истории Ильичевска выставка скульптур. В выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Александра Белого состоялось открытие персональной выставки киевского скульптора Алексея Леонова «По зову сердца». На выставке представлена 41 скульптура и 70 фотографий работ мастера, которые дополняют композицию изобразительным рядом. В нее вошли скульптуры великих подвижников, святых, художников, ученых, поэтов, внесших весомый вклад в развитие мировой культуры. Алексей Леонов провел экскурсию и рассказал о каждой работе выставки. Центральная идея – это единение вечных ценностей в мировой культуре, проявление вот тех лучших, самых возвышенных достижений человеком в мировой истории. Здесь представители различных народов, различных времен, но объединяет их вот это возвышенное стремление к принесению пользы. Вот эта идея общей пользы, внесения общечеловеческого вклада в развитие нашей планеты является вот основной и центральной идеей и задачей, в общем-то, концептуальной моего творчества. Я ищу то лучшее, что доступно нам в исторических аналогах, и пропуская это через свое сердце, через свои ощущения, создаю в таких формах. Делюсь своими лучшими переживаниями. Художественную образность помогает воплотить выбранный фактурный материал – шамотная глина. Ее внешняя шероховатая поверхность, теплота охристых оттенков помогают передать авторскую лепку и воплотить задуманный образ. Этот материал более долговечен, чем обычная глина. И, как гласит предание, если эти работы, до них очень часто не дотрагиваться руками, они могут храниться вечно. Творить скульптор начал рано, с 2-летнего возраста, и с тех пор не делал больших перерывов в любимом деле. У Алексея Леонова уже прошло 40 персональных выставок. С 5 лет посещал изо-студию несколько лет, потом поступил в художественную среднюю школу, государственную имени Шевченко в Киеве. И это уже определило профессиональный профиль моего будущего пути. В дальнейшем это Академия изобразительных искусств и архитектуры и аспирантура у известного скульптора Василия Захаровича Бородая. Мне повезло с учителями, и, можно сказать, вот мой профессиональный путь начался с раннего детства. Уже в 12 лет я, можно сказать, зарабатывал этим искусством. Работы мастера поражают живостью и искренностью как неискушенных зрителей, так и профессионалов. Впервые познакомившись с творчеством Алексея Леонова, первое впечатление, которое возникло, это восхищение, а затем удивление и стремление ответить на многочисленные вопросы. Откуда у такого молодого человека такая зрелая мудрость, такая сила таланта, такое четкое видение истины и убедительное ее воплощение? И поневоле сразу вспоминаются слова великого Микеланджело: «Свершаю я всем бедам вопреки божественное таинство творения». За годы учебы его интересы не только ограничивались профессиональной направленностью, его увлекали философские учения, вопросы религии, мифологии, и все это послужило основой его концептуальной направленности, его творческой деятельности. Персональная выставка скульптур Алексея Леонова «По зову сердца» будет экспонироваться в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Александра Белого в течение месяца, после чего переедет в Херсон.